Здравствуйте. Здравствуйте. Мы с вами встречались, если помните. Вы меня догоняли тогда, да? Да, на МСН. На МСН-ке теперь можно поздравить с обновлением. Да, я зарегистрировался на Теслу, вот буквально в начале мая. Сделал гидрус, у меня не поставил. Сами сделали гидрус? Мне дед не помог. Контакт, тот, которому доверяют, что ли, кому-то. Хорошо. Зовут Юрий Прохоров, у него есть канал на YouTube, не знаю, у него IT-манку. Можно зайти посмотреть, у него в основном по 4-5 видео, не только по монитолетам, но в том числе. Помог, откликнулся, поскольку я, по-моему, один из первых в Питере, кто взял Т3. Мы знали, кто нам поможет сальниками, связались с ним, соответственно, заранее их закупил, и где-то за неделю мы здесь спектр работ проведен. Вернее, Юрий сидел один, я терпеливо ждал. На 3D принтере он напечатал. Печатает их вот Василий, другой немецкий человек. Тот, кто проводил работу, и он, собственно, сальник установил, Видео вам не подкинули? Видео есть на канале. Они выложили, да? Отлично. Ну, на русском, на английском. В Италии мы сняли спустя там полтора месяца где-то. Ну, недавно. Обзор уже. Юрий катнул на ней, скажем так, ощутил, что это такое, ну хотя бы насколько возможно, за небольшой, да, пробег. И в итоге записал отдельно обзор. Опять же, это терпеливо ждал, все это время, пока писалось видео, монтировалось. На мой взгляд, не без минусов колесика, но... Ну какие тут минусы-то могут быть? У колеса без минусов? Какие могут быть минусы? Только вон что, крышечку... А, нет, это какое? Это эти же, для прыжков. Упоры для прыжков. Что там у нас? Под динамики отверстия они убрали, да? А динамики они оставили? Да, динамика теперь два внутри смотрит варку. Как узла получается? Какие тут могут быть еще недостатки? Все недостатки. Покрышка узкая, то есть опять же алюминиевый обод, который очень подвержен сминанию, да? То есть несмотря на пробег лет там 600, я уже умудрился как-то ставить прокол, либо детект камеры, там очень незапущенное место. Буквально в субботу, когда я брал перешок, менял камеру, сейчас вот мне вот этого не нужно. По качеству оно едет, но хорошее. Не закачивали ничего в камеру. Я злото закачал эту штуку американскую, хочу супик закачать, но я его не прокалывал еще ни разу. Работает она? Не работает, да, у меня пробитие там было. Как-нибудь ссылочку можете видеть, выкладывать? Я ссылочку на замер. Оно есть у меня, идите туда. Я выкладываю все сразу. А я прилетаю, да, хорошо, я пишу. Добрый. Значит, у вас у одного из первых в Питере третья версия на большом подшипнике, ну и как? Слушайте, ну, как бы периодически вылезают какие-то аномалии странные. Какие? Но вот я думаю, что все-таки появляется небольшой скрипт сальников, но он как бы проявляется и тут выходит. То есть как будто что-то попало, а потом вылетело. Не знаю. Я разбирал колесо, я не стал скрывать крепеж, потому что здесь довольно, ну там, своеобразное крепление, если потом посмотреть видео, как их ставят. То есть сами сальники сейчас, если достать мотор колесо, их не видно. Они закрыты крепежом, который, собственно, прижимает всю эту конструкцию. С одной стороны, мы имеем двойной барьер, то есть некий крепеж, который, ну, он, конечно, не признан. У него основная функция — это удерживать сальники на подшипниках. Но он прижимает их, соответственно, нас. Я попал в одну неприятную историю. Буквально сразу после того, как колесо подготовили к эксплуатации, я ночью ехал домой по белой дорожке, по набережной, в районе Бенуа, где поворот на Старевку. Ага. И ночью где-то было около, не знаю, половины второго ночи. Это был сезон корешки. И основную группу рыбаков я от литейного моста проехал, там шеринговые, там прокатчики есть, ну там было очень. А потом вот эта широкая набережная, никого нет, я, естественно, немножко поднавалил. На широте не шел. И в последний момент перед собой бедный, там, лучше, не знаю, видно, начальный дома перед всю набережную. Да ладно, я думаю, крепче меня удивляют, колесо улетает, и сейчас он вперед, я падаю назад, и рюкзак гремеет. Ну, на мере царапины, но как бы дышать, я... Так они так корешку ловят? Вытаскивали, привязали к столбу. Там был крупнее вас немножко мужчина, которого я говорил, потому что она держалась. Идиотина вообще. Они еще потом оправдывались, что мы их всех видим, останавливаем, там, канаты спускаем. Ну, они, наверное, со северной стороны, на такой скорости они просто не ожидают. То есть это течение где-то стоит, я там орал на них, если так, не знаю. Лицо было жалко безумно. Ну, я собрал его. Путь. Поехал. Я доехал до дома, лег с ковидом, правда, там, через пару дней. Вот. И какое-то время не катал. Трещинка в основном,
покоцали стрижки глянцевые, прицел задний, вот этот гламурный, отвечающий Т3, сзади габаритный сигнал красный. Я причем не заметил этого момента краша. Стрижки, ну вот эти вот накладки. А что, он гламурный, серьезно? Ну, он как бы делает лицо заметнее. В наше время, я думаю, что это скорее хорошо. Но у него заметность основная, это вот эти лента. По кругу ленты. Это по самой красивой. Одну ленту, она работает, но не полностью. Я понял. В целом это не особо бросается в глаза. Ну а так, стрижка вот. В общем-то, из основного ущерба все. Да, слава богу, защита сработала, слава богу, все. Она и не понадобилась мне. А как? Получается, канат полностью амортизировал мое ускорение. То есть момент грудной клеткой я, ну, получается, налетел, да, были проблемы с дыханием, но я упал назад на минимальной скорости, на рюкзак чуть-чуть испачкал спину. Я не покоцал ни защиту, ничего, ни шлем. Рюкзак самортизировал. Да? Да, ребята, конечно, были такими глазами, конечно, смотрели. Ну а я тоже был в шоке. Да все были. Все вот. Были не рады. Как удалось еще по-мирному разойтись, я не представляю. Я был настолько уставший и расстроенный, что. Ну, отчасти была и моя вина, потому что торопился домой. Ну блин. Ну нет, это не столько. Мы для всех сейчас неожиданность такая большая. Что, блин, надо трындец как смотреть. Ну канат, который перетянут через Айвич. Я не провел дорожку, но не предполагается. Да вообще, как даже ходит. Ночью. Даже ночью. Да как и днем, и ночью это трындец. Это кошмар всех вообще. Велосипедистов, колесников, да всех. Это собака, которая с молотком перетянута. Об этом я вообще подумать не мог. Трындец. Ну вот. Камеры не было. Мы потом, мы устроили ряд противоположных трейдов без моего участия. К сожалению, но ребята без танца, без какого там либо... Объяснительную работу. Да, они просто видели, смотрели. То есть, если бы это повторилось, то с рыбаками бы пообщались и, ну, сказали, что, ребят, не делайте так больше, конечно. Или реально... как-то обозначайтесь, ну блин, да. Ну, опять же, я им первый вопрос, который задал, вы бы сделали такой на произведение? Конечно, нет, они. Конечно. То есть навел дорожки можно? Если так делают, да, надо об этом обязательно везде звонить. Ну, вешайте флажки, вешайте какие-то гирлянды светящиеся. Ну ладно. Если вы законно это я делаете. Все-таки склонен считать, что все к лучшему. Так да, слава богу, сам не поломался, слава богу, колесо на ходу. Да, так поэтому. И ковида привился, можно сказать. Рыбаков вылез. Я вообще думал, может, я их заразил. Наоборот, может быть, еще. Не думаю. Ну, то есть это, я так понимаю, с характеристиками тактико-техническими, это самое лучшее колесо, которое можно подобрать вообще. В своем и по динамике, классе, и по всему. В своем классе, наверное, да. Тесла не удалось? 16-х. Вторую не удалось попробовать, Тесла? Я пробовал, не могу сказать, что у меня там был там прям значительный пробег на ней, но нет, немножко. Просто разница, просто разница. В чем разница? Особо я не сказал бы, что прям вот здесь кардинально. Может быть, за счет 20-х надо пройти больше. Большой подшипник, это хорошо или плохо? Скажу да. Что, скажу, да. Скажу, да, это хорошо. Да, это хорошо. Но мне бы хотелось, чтобы они выпускали как на большом, так и на маленьком. В идеале, да, дать выбор пользоваться. Конечно, а то это да. Согласен. Дай бог. Главное, что зимой катаем. На МСМ катал. Ну, значит, на этом будем катать. Я думаю, что решим там. Ну, главное, ждем дальнейшей информации, как поведет себя вот эта защита. Я так понял, они смазку тоже перенабили в подшипнике, да? Да, мы решили перестраховаться. Я послушал, что мы там 44 километра проехал, но один подшипник, опять же, видел, что слышно. Что, поменяли подшипники? Нет, сломали смазку, удалось спасти, потому что кусочек попал, видимо, под уплотнение. Его сняли, подшипник уже не крутится. Поэтому перенабили смазку, поставили. Какую набили смазку, не говорила, нет? По-моему, без наворотов, классический рабочий шрус. По-моему, это был шрус. Надо посмотреть, там этот Чутэч, который американский-то блогер, он какую-то морскую смазку забивал. Маринфет. Какую-то красную. Я вчера набил белую смазку, которую у нас купил Литве Моли, тоже морскую. Так. Не знаю, очень интересно, как все это будет проявлять себя. На нас все это строится. Да, мы же... Вы об этом, главное, рассказывайте, не молчите. Делиться информацией. Да? А то... Там люди, ко мне на МЦМ приехал человек, все в очередь высадились. Виталик приедет, позвони, чтоб мы хоть приехали, чтоб мы хоть пощупали. По видео непонятно, по всему непонятно. Я всем позиционирую тем, что до 90 килограмм Тесла, что самое крутое колесико. Тут меня ошарашили, что они на маленьком подшипнике больше не делают.
Поэтому теперь я топлю только, если что, за Николу. На Николе не удалось прокатиться? Пробовал что несколько раз. Что она по динамике? Тупее? Значительно проигрывает. По она крайней мере, в начальный мотор момент старта. Мотор тот же, а бублик больше. То есть, опять же, на соточке. Мне как-то она поначалу зашла очень. Но у меня не было цели на нее сразу раздать красоту. Она нормально поехала, комфортно было, 25 проехала. Потом попробовал еще раз, не понравилось. Что-то вот как будто не в тот день стало. И недавно вот Дмитрий Таев, там 84 не более, пробовал проехать на этой трассе, сказал, что да, она сейчас не даже приехала. Но у него 84, это же соточка. Это 84. Тоже 84. Они сейчас собираются сотку запустить? Еще не собираются. Еще не собираются? Сотка есть это только одна в Петербурге, известного. Да. Ну, он как раз обзоры снимал по ним. Да. И он так вроде как большой подшипник. Это такой новые ощущения какие-то. Да. Есть они, эти новые ощущения? Я на самом деле склонен с Володей согласиться. Потому что все-таки у него больше опыта явно. Не могу сказать. Опять же, я много катал на учебнике. На объекте порядка 12 тысяч. 12 это очень круто. Это прилично. Да. Практически ежедневная эксплуатация. В феврале я пропустил, там морозы были. Все такое. Но сейчас, вот уже там 3000, которая уже на подходе, я чувствую, что я тоже начинаю понимать, о чем говорит Владимир. То есть нет такого, что встал на 30 дБ, или любой другой дырявый колесо, сразу, о, дыра. Я прям почувствовал, что оно вот прям стелит, как на воздушной подушке. Такого нет. Если чем больше у тебя опыта катания на классических подшипниках, тем большую разницу ты ощущаешь, катаясь на дыре. Хотелось бы, чтобы, блин, я против посложнее. Хотите попробовать? А? Хотите попробовать? Да я, наверное, разницы не почувствую. Ну, если разрешите. Давайте, конечно же. Не-не-не, я всегда комфортно чувствовал себя и на Тесле, и на обычной. Просто очень интересно понять. Вот мне даже любопытно, насколько вам это понравилось. Вы сильно поменяли угол к центру, да? Да, надо усилить. Это, кстати, поначалу, да, не радует, но в целом. Ну да, контроль чувствуется такой. Все стало нормально. Так чуть удобнее, да? Гораздо. Ну да, она более накатистая. Я понял, о чем они говорили. Очень хорошо вкладывается нога. Ну, да. На 18-х вы накатались уже? Не сказал бы. Желание есть прокатиться? Не сейчас. Потому что я-то уже стремлюсь, мне что-то 20-е, 24-е нужно. Ну, легкое, не то, что сейчас есть. То, что сейчас есть, мне не подходит, оно тяжелое. Ну, в Питере появился Бронстер, если что, попробуйте как-нибудь. Не, он тяжелый, мне не нужен. И ветераны это мне не нужно, мне комфортно, мне кайф надо. Мне надо на пандус бежать, по центру ехать, по набережной. Мне надо взять его и с удовольствием быстро забежать. Я боюсь, что сцепление не ближайшие пару лет. Я думаю, что они очень быстро все это делают. Очень хочется еще, чтобы маленькие эти чемоданчики появились. Как у этого китайского блогера из Нью-Йорка. Первый был, пятый. Для обычных людей, которые 14-й, просто как чемоданчик взял, спокойно пошел. Ну это да. Это для просто людей, для райдеров-то так, каких с опытом. Ну, блин. Ну, это пик вашего восторга, я правильно понимаю? Ну, в общем, да. Ну, круче ничего нету и ничего не придумать. Вот именно под вес, под характеристики. Если бы весили 120, вам, наверное, было бы маловато. Да, хотелось бы больше. А так вот я всем говорю, да, Тесла – это идеал. Но, дорогие друзья, если вы нас слышите, делайте, пожалуйста, и на том подшипнике, и на том. Мы вас очень просим. В идеале, да. Дайте пользователю выбор. Он сам решит за себя. Да, конечно. Потому что многим просто хочется встать на колесо и 5 лет не думать ни о гидроизоляции, ни о чем. Не переживать. Как на ТСГ. Отличная коробка на Volkswagen. Но люди, которые ей пользуются, после 100 тысяч рублей сдрягивают от любого писка и шума. Потому что они знают, что они прилипнут сейчас на 500 штук. Не хотелось бы этого. А так,
Рад был снова увидеться, рад был пообщаться. Удачи во всем. Заскакивайте на кофеек, на пучек. Слушай, вот скоро сдаду. Заскакивайте, заказывайте. Всегда рады. И там, если что, у меня везде там скидки, если что-то надо. По химии там везде все. Договорились. Все, счастливо, удачи. Удачи.